Сначала присматривались, потом стали, вот, значит, они так аккуратно снимают этот свой плащик и заходят туда. Вот. Потому что там, ну, можно быть собой. Потом заканчивается, они одеваются обратно и идут куда-нибудь, так сказать, вот. Пока еще, да, туда, да, да. Но, собственно, этот фестиваль и нужен для того, чтобы люди, выходящие, идущие в свою жизнь, чтобы они понимали, чтобы дать им как бы осознание, в понимание, в ощущение, что они же могут эту жизнь тоже сами менять. И эти мастерские, которые, это же все для этого, что в принципе не нужно приезжать, так сказать, ну что мы, ну, приезжаем на неделю, ну приезжаем в течение года там еще 3-4 раза в мастерские, да, делаем. Ну это же все в общем в твоих руках. И можно сформировать этот запрос. И тогда, возможно, и будет другое немножечко, другой подход к некоторым вопросам, например, и на официальном уровне, и так далее. Не конфликтный ни в коем случае, но просто сформировать запрос. Мы не хотим, чтобы у нас был не вообще какой-то парк, а мы хотим, чтобы у нас был вот такой примерно парк. Мы хотим, чтобы у нас была не вообще какая-то там площадь памяти, а чтобы она была вот именно такой, вот какой-то, вот, так сказать, в общем... И все, это про это. Фестиваль с этим, ну, так сказать, одна из наших задач тоже как-то пытаться работать с этой вот идентичностью человека, чтобы он связывал себя с этой землей, заниматься описанием этой земли, этого человека. Почему кинофонд важен, да, почему важно заниматься региональным кинематографом. Не потому что... Что, а вот у нас тоже есть режиссер. Ну, как бы это последствия, это не важно. Важно то, что должны появиться люди, которые бы описывали эту жизнь, той, какая она есть сейчас. Вот для этого нужен кинофонд, чтобы помогать людям снимать, рассказывать истории. Ну, первые два фестиваля точно, абсолютно у нас ушли на то, чтобы... завоевать доверие зрителя. Вот. Самое вот, внешнее очевидное отличие – это посещаемость, конечно. Сахалинский зритель же, он такой, ну вообще сахалинцы – это не те люди, которые бегут к вам, так сказать, на распашку, так сказать, широко расставив руки навстречу. Они... осторожно и внимательно относится к всяким путешественникам, которых сюда заносят. Вот. Они в меру доброжелательны, но не то, чтобы... но они внимательно наблюдают. Наблюдают. И в тот момент, когда они понимают, что похоже на то, что их обманывают, например, вот, они начинают, переходят к каким-то действиям, значит, или формируют свое мнение. И забывают о существовании этого объекта. А если им кажется, что или если как-то что-то возникает ощущение, что с ними играют какую-то честную, понятную игру, то они, в конечном счете, они открываются, как бы, да, и выясняется, что это какие-то совершенно фантастические люди, вот, которые живут на острове. На острове, это очень важно. Кинофестиваль «Край света» удастся поучаствовать в этом процессе, появления здесь, на острове, каких-то учебных институций, которые бы могли давать людям профессиональное образование в сфере культуры. Мы в прошлом году открыли мастерскую первый раз для самых маленьких детей, там, то есть там 7-10 лет, анимационные. И ведет эту мастерскую студия «Да», девушки из Петербурга, которые имеют огромный опыт работы с детьми в разных регионах России, именно вот, да, на почве анимации, они занимаются просто анимацией. И я на второй, по-моему, день их работы, я зашел в шатер, в котором они сидят, и работают с детьми вместе, занимаются, и говорю, ну как? Они говорят, ну, в принципе, хорошо, есть одно. Одна вещь, которая совершенно уникальна, мы никогда не видели нигде. Я говорю, какая? Ведь они очень внимательно и заинтересованно относятся друг к другу, к тому, что делает другой ребенок.
Дети же обычно, как они обычно, я, вот, а вот я нарисовал, вот это вот у меня. А тут они прямо так внимательно, подробно, совершенно себя как бы не выделяя. И вот это, мне кажется, одна из каких-то характерных черт именно островного мышления. Но дает понять островным жителям, что о них заботятся. Сетевая край света разговаривает со жителем этого города, как бы, да, как с близким человеком. Да, вот и все. Вообще ситуация, когда с тобой разговаривают как с близким человеком, когда тебе доверяют, когда у тебя спрашивают, когда твое мнение важно, когда тебе, так сказать, не делают скидки, что ты типа. Да, они не поймут там, да, или еще что-то. Он разговаривает нормально на одном совершенно уровне со зрителем. Мы не зря говорим, что зритель как бы главный герой на самом деле фестиваля. Да, в том числе мы стараемся, чтобы это было удобно, чтобы было комфортно, чтобы нам самим было приятно разговаривать, так сказать, и делать это дело. Ну, как к себе делаем. Ну, вот. Поэтому и да. И, конечно, он этим занимается. Ну, да.